Ну вот видите, вон, если видно, соловей сидит на куче с песком. Сидит уже минут 10. Вот в этой туе у них гнездо. Да поближе. Я боюсь, как бы он не улетит. И вот сидит, не боится. Охраняет. Несмотря на то, что там он в вольере, собака у меня бегает. Вон, видите, смотрит, караулит. Она гавкала на него, нифига не улетает. Вот ведь какая птичка удивительная. Прилетают каждый год. С Африки летят сюда. Вот они каждый год в этой туе вот вьют гнездо, выводят свое потомство. Удивительно, да? Говорят, кто увидит соловья, тот уже счастлив. Так что вот так вот, видите, как природа устроена. Красавчик. Он же знает, что я за ним наблюдаю. Ну вот смотрите, прошло еще минут 10. Это я уже из дома снимаю через окно. Все сидит. Вот ведь какая система распределения обязанностей, да? Покуда там самка согревает яйца, да? Он ее тут охраняет. Красавчик. И ведь не боится никого. Мне кажется, если вплотную близко максимально подойти, то он все равно не улетит. Потому что они уже привыкли, как ручные у нас тут. Вот если сидит на туе, да, мы ходим вокруг, ну, так без резких движений, естественно. Наблюдать они наблюдают, но не улетают. Вот. Вот, друзья, видите? Оп, улетел. А, в тую. Это он в тую, в гнездо заскочил. Сейчас, наверное, у них смена караула будет. Не знаю, посмотрим. А, нет, сокол пролетел. Понятно. Сокол пролетел. Не успел я его заснять. Может быть, он сокола испугался? Скорее всего. Я говорю, живем мы вот так вот. И что вокруг нас происходит, ничего этого не видим. Ну вот, друзья, маленький интересный момент, маленькая заметка. Всем всего доброго.